Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 889. Разложите на множители. Перед нами примеры, которые содержат формулу разность квадратов двух выражений. В данном примере нам еще также надо будет знать свойства степеней, а именно, что при возведении степени в степень показатели умножаются. Итак, первый пример. Х в четвертой степени минус 9. Представим х в четвертой как х в квадрате и во второй степени. И 9 это 3 в квадрате. Значит, мы получаем разность и сумму таких выражений. Х в квадрат минус 3 умножить на х в квадрат плюс 3. Далее 25 минус n в шестой степени. 25 это 5 в квадрате. И нам необходимо, чтобы n шестой степени имела показатель степени 2. Значит, основание степени будет n в третьей степени. Множители примут вид. 5 минус n в третьей степени умножить на 5 плюс n в третьей степени. N в восьмой степени минус a в квадрате будет равняться. Снова основание степени. N в четвертой степени показатель степени 2. Минус а в квадрате. Мы получаем такое выражение. М в четвертой степени минус а умножить на м в четвертой степени плюс а. Y в квадрате минус p в четвертой степени. Получим такую разность. Y в квадрате и минус p в квадрате во второй степени. Множители будут такими. Y минус p в квадрате умножить на y плюс p. C в шестой степени минус D в шестой степени. C в кубе и в квадрате минус D в кубе и в квадрате. Разность это C в кубе минус D в кубе умножить на сумму C в кубе плюс D в кубе. X в шестой минус A в четвертой. X в третьей степени во второй минус A во второй и в квадрате. Получаем произведение x в кубе минус a квадрат на x в кубе плюс a квадрат. B в четвертой степени минус y в десятой степени. B в квадрате и b в квадрате минус y в пятой и в квадрате. Получаем b в квадрате минус y в пятой умножить на b в квадрате плюс y в пятой. M в восьмой степени минус m в шестой степени. N в четвертой степени и в квадрате минус n в третьей степени и в квадрате. Получаем m в четвертой степени минус n в кубе умножить на m в четвертой плюс n в кубе. Далее, a в четвертой степени минус b в четвертой степени. A в квадрате и в квадрате минус b в квадрате и во второй степени. Получаем a в квадрате минус b в квадрате умножить на a в квадрате плюс b в квадрате. C в восьмой степени минус D в восьмой степени. Получаем C в четвертой степени в квадрате минус D в четвертой степени и во второй. Разность это C в четвертой минус D в четвертой. Сумма это C в четвертой плюс D в четвертой. Далее, А в четвертой минус 16. 16 это 4 в квадрате, А в четвертой это А в квадрате и в квадрате. Разность А в квадрате минус 4, сумма А в квадрате плюс 4. И 81 минус b в четвертой. 81 это 9 в квадрате минус b в четвертой, b в квадрате. Произведение примет вид. 9 минус b квадрат умножить на 9 плюс b в квадрате. Больше видео? Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь в группе в соцсетях.